Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новый осенний сезон, а также про новый недельный форзафон, который продлится с 11 по 18 июля. Но прежде чем начать, хочу поделиться одним знаменательным для меня событием. Мой канал перешагнул отметку в 1000 подписчиков. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает меня все это время. Без вашей поддержки, лайков и комментариев не было бы и этого канала. Ну а я всегда рад помочь интересующимся людям. Ну а теперь давайте перейдем к новому сезону. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Chevy Impala 96 года, а на 80% автомобиль Pontiac GTO 65 года. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Bugatti T35C, а на 80% футболку Я быстрее Стига. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйватаров уровня «Непобедимый» в командном раллийном спринт-кроссе в Котсуолсе вы получаете автомобиль Mercedes-Benz X-класс. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в уличной гонке спринт в Амблсайде вы получаете автомобиль BMW M3 GTR. За первое место против драйватаров уровня «Опытный» в уличной гонке Bottom Gate вы получаете автомобиль Nissan GTR 95 года. И за первое место против драйватаров уровня «Опытный» в суперспринте в Котсуолсе вы получаете автомобиль McLaren 12C. С чемпионатами все, теперь я расскажу вам, как пройти новый недельный форзафон. Первое испытание называется «Тяжеловес». Для его выполнения вам понадобится грузовик Mercedes-Benz 15 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Тяговая сила». Для его выполнения вам понадобятся уличные гонки, а для прохождения испытания вам необходимо выиграть 3 заезда в уличных гонках. Следующее испытание называется «Созданные для движения». Для его выполнения вам понадобятся полицейские радары. И здесь спасибо за комментарий Артуру Крутиченко. Для прохождения этого испытания вам необходимо получить 3 звезды за любой полицейский радар. Без особых сложностей мне получилось выполнить его на полицейском радаре в Астморе. Последнее испытание называется «Снеговик». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать технику обмен краской 10 раз. А для выполнения техники вам необходимо легонько коснуться проезжающего автомобиля. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпическую футболку кольчуга и эпическую кольчужную юбку. А также легендарный автомобиль McLaren P1 за 550 очков. Ну а главный приз за этот форзафон – это легендарный Ford Mustang Hoonigan Gymkhana за 600 очков. Ну а на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!